Привет, ли всем, ребята, с вами Лиска с Корицей. И Глебикс. Сегодня будем снимать вторую часть «Пластилинового свидания». Вам очень понравилась первая часть, и очень многие писали, что нужно снять нам вторую часть. Но мы наконец-таки, одуплились и решили снимать вторую часть. Вот я подготовила этих всяких, референс. Ну, то, что нужно делать. Я просто уже вижу, там, что-то, как это вообще сделать? Я не знаю, но это мы будем делать. Вот, я подготовила, я ориентировалась по цветам, которые у нас остались... Я ориентировалась по цветам, которые у нас остались с предыдущего раза, чтобы не покупать еще пластилин, потому что у нас ее много. А, вот где он был. То есть, с волосами почему-то. Много этих пакетиков, и чтобы не покупать новые, я смотрела, вот какие у нас есть цвета, и примерно подбирала под это картиночки. Также обязательно подписывайтесь на телеграм-канал, который называется Лиска с Корицей. Там классненько, комфортненько и уютненько. Там сейчас проходит розыгрыш, в котором вы можете поучаствовать, так что обязательно переходите. Вот еще есть стикеры с Микки, мы сами их сделали. Вот, сладкий спит, так. И если тоже будете что-то лепить из воздушного пластилина или повторять за нами наши подделки, которые мы будем делать сегодня, тоже скидывайте обязательно ваши фоточки в чатик или в комменты, будем смотреть, лайкать и комментировать. Первая картинка, которую я нашла, это такие прикольные горошки зеленые, потому что, как вы поняли, у нас имеется зеленый. А точно все? Или ты какие-то уже, попы взял себе? Нет. Вот такие зеленые сейчас надо выбрать. Ну вот это как будто, да, для горошин? Да, давай вот эти горошины. Подожди, это пальцы там, это такой маленький? Мы делаем просто на как хотим по размеру. Угу. То есть нам не нужно два пальца. Ну ладно, допустим, вот это, да? У меня просто рука огромная. А это какой из этих? Давай вот этот. Ну давай вот этот. Все. А, естественно, еще и черный. Ой. Кстати, у нас под окном начали косить, прям вот когда мы начали снимать, ровно прям. Да, это очень интересно, А главное, там покошено. Да, там косили 2 дня назад. Сейчас я достаю тебе. То есть вот эти пополам, вроде как. Теперь мы это должны разделить на 3 штуки. Как бы вроде как одинаковых. Вот это не задача, да? Да нет, задача. Вполне. То есть вот раз, я думаю, это несложно. Главное, чтобы хватило. Да, но они на фотографии прям идеально одинаковые. Но на фотографии это вообще точно из пластилина воздушного? Как такой маленький они сделаны? Ну, я не уверена, что точно, но как будто из пластилина. Выглядит как из пластилина воздушного. Не, ну да, ну... Подожди, а там еще что-то они воткнули железную... Это брелок, чтобы... Что? Да, можно же... Пластилин уже засыхает. Да ты что? А, ну да. Вот. Ну, у меня они не одинаковые. Ну, у меня, кстати, тоже, смотри, так же, то есть... Ну, ничего. Ничего, что я их слепила уже случайно? Я тоже слепила, но специально вроде. А, все, тогда вообще супер. По-моему, норм. И теперь нужна зеленка. Какой-то он как будто, знаете, у нас сломался как будто. Нет, это еще ладно, вот... Объясните, вот кто знает, в комментариях напишите, почему йод и зеленку делают в таких баночках, которые, когда открываются, все зеленое и оранжевое. Просто недавно Микки поцарапал нас, мы мазались. Да. И как бы там, вы знаете, почему так? Так, я уже делаю. А, ты что ты? Я просто рассказываю тебе. Я знаю, да, я чувствую. Небылица. Подожди, как ты сделал такой ровный? Просто рукой. Руками. Я-то думал. Ой, у меня сейчас получится, смотри. По-моему, неплохо. Все, вот, да? Как ты сделала такой ровный? Просто пальцами как-то расхуярила. Какие слова говорю, да, это вот не очень приятно, на самом деле. Что это? У нас ролик культурный. Культура. Видео культурное, да, ребят. Слушай, вот так? Да, с глазами проблема. Все. Не знаю, там где-то черный пластилин под столом. Смотри, у меня так. Да, да. Ну, как-то у тебя хорошо. Хорошо. Они просто чуть по-другому, а так нормально. Да, вот именно так я и хотел сказать, чуть-чуть по-другому. Но это не хуже. Нет, не хуже. Просто? Запуталась, куда смотреть. А это все твой, да, вот это? Нет, можешь брать, наверное, потому что я чувствую, что я ничего не понимаю. А вот кто-то писал, что черно-гелевой ручкой можно вроде. Вот я не знаю. Это невозможно. Как будто, да, можно, в принципе, попробовать, но мне кажется, это все... Мой. Но, между прочим, вот здесь, как-то очень странно, да, черный, потому что он как будто внутри, а не как у нас. Да, не знаю. То есть как это сделано? Может, все-таки действительно ручкой? Как бы продавлено и вот так вот сложно. Вот у среднего глаза я не представляю, как сделать. Я тоже. Но как раз ручкой это было бы удобнее. Ручкой, да. Кстати, я же не показала, что вот у нас пока вот так. Там просто ничего не видно, на самом деле. Ну, нам. Ну, а как сделать такие полосочки, я не понимаю. Это только реально ручка, если нарисовать. Мне кажется, у меня только что почти получилось такую сделать, и потом я ее случайно разломала. Пока не смотри, на меня позор. Я все. Блин, ты что такое? Ты всегда быстрее.
Позор. Все. Да вообще, давай нормально вообще, что, какая порча? Так, давай. Ну как? Как? Пишите в комментариях. Пишите кого в комментариях, лучше. Да. По-моему, хорошенькие. Ну, хорошие же. Нормально. Сладкие, да, классные. А что мне хорошего-то? Я не знаю, сладенькие такие, кайфовые. Ну, ладно. Такие там вместе сидят все. Да? Да. Вот такое. Да вот. Ну. Как он стоит? Нет, я не знаю, как он стоит. Я предлагаю без ножек сделать. Ну, давай без ножек сделаем, окей. Он же не будет стоять на них, как он-то. Да, я... да, давай без ножек, окей. Фу. Нет, это, мне кажется, самое сложное. Мы в первой части хотели это сделать, да. Но не стали, потому что, ну, это невозможно. Типа вот этот светлый будет, ты имеешь в виду? Вот ну да. Да, сложно. Ну, мы как бы, у нас как бы вторая часть, мы уже не первый раз лепим из пластилина, так что... Да, мы уже профессионалы. Вы должны справиться. Во, как лепим. Этим. Профессионально. Крылья как будто бы не получится из этого еще и сделать. У меня вообще ничего не получится из этого. Я даже так скажу. Да как ты опять его упустила, и у тебя уже все готово. Как будто у кита. Кстати, у ну голубей вот. не такие хвосты, кстати, у голубей. Я, конечно, ничего не знаю. Но, по-моему, они у них не такие. По-моему, это какая-то рыба. Дельфин получается пока что. Так, ну он еще, получается, должен как-то сидеть. Я, видишь, на крылья, я не поняла. Дай мне тут ножичек какой-нибудь. Да, бери, да. Это не то. Ой. Что это вообще? Дай мне ножичек. Лев, на, вот они. У меня вот ножичек и все. Ножичек и все. Так, ну ладно, я вот отщипну для крыльев, может быть. А то, наверное, толстый очень. Блин, какая это ересь. Сложно делать этих голубей? Да, я тебе говорю, это невозможно. Практически невозможно. Ну, типа того. Ну, мы же справляемся. Микки-пупик всех сильнее. Микки-пупик, гораздо быстрее. Микки-пупик. Мистер Пупик. Мистер Пупик всех сильнее. Не, да, не чист, гораздо быстрее. Мистер Пупик. Что я делаю, господи? Не смотри. Я чуть-чуть посмотрела. И что, и как? Нормально. Чё нормально? Хорошо было. Да? Да. Ну не знаю. Мистер Пупик. Так, а как это сделать? Ну вы сами вот, вы бы смогли сделать такое? Ну вот этого голубя, ну это невозможно. Ты так смешно побил по нему. Ну, у меня техника своя. Ага. Мне кажется, так может даже и получиться что-то. Ну, у нас, в принципе, у обоих не очень, мне кажется. Да, есть такое. Ну, я у тебя не прям смотрела. Да и не нужно. Так, мы еще и без ножек. Так, вот здесь ему чокер нужно сделать. Мистер Пупик. Он всех сильнее. Чего? Подглядываю. Смешно? Нет. Да ну ладно. А, блин, еще клюв желтый, ё-моё. Ой, ёбаный. Ну, у тебя опять лучше. Нет. Да потому что ты голубей любишь. Или они тебе? Они меня. Ну вот, я сделал все. Блин, ну ты видишь, просто опять сделала. Я еще не сделала. Ой! Че я сделал, эти дурак? А где он? На полу. Ну вот. Ну нормально. Ну как? Норм, да нет, прикольно. Нет, хорошие. Смешные такие. Вот они вот так вот. Вот так они делают. Чу-чу-чу. Классные, по-моему, хорошенькие. Да у тебя даже лучше. Ну, фиг знает. Вот у него смешная попа. А у тебя как? Ну, ладно, как дельфины. Да, реально, похоже больше на дельфинчиков. Так, что дальше? Ой, одну? Печенька, да, ну конечно, 10, блин. Вот такой. А нафиг на них всех вот эти железные кружочки? Но это же не просто так, чтобы ты положил себе куда-то, а это вот поесть и там. Это такую большую будем делать, да? Я хочу большую печенье. Ну да, куда нам, по сути, пластилин еще девать этот? По сути. Ну я не знаю, нам, надеюсь, больше не нужен коричневый вообще-то. Ну ладно, это мы потом уже разберемся, я думаю. Вообще-то хорошо получилось. Ой, а что вот это сбоку? Более твердое? Я думаю, что смотри, как он засох, закрыт, да, как-то чуть-чуть? Да, он закрыт со стороны, где был запечатан, угу. Он был плохо закрыт, что? Суть ясна. Суть ясна. А и черный еще нужен будет, ай. Я, наверное, сначала сделаю черный, да, глаза, рот. Ну, это было бы логично, но я почему-то не сопоставила этот момент. Не сопоставила эти два факта. Микки Пупик спит сейчас на подоконнике. Он очень сладкий. А также Микки Пупик покакал. Да? Не знаю. В целом, кот ходит в лоток в туалет. Да. И в лотке сейчас насрано.
И вот нужно сопоставить эти два факта, да. И что получится? Кот насрал. Да. Но может быть вот это ты. Это какой-то этот дедуктивный метод. Шерлок Холмс. Ты смотришь такие детективы? Нет, это я сам допер до этого. А это несложно. Потому что, а кто еще в лоток будет ходить? Так, да что такое, ты у меня улетает все время все. Так, смотри, мне нужно... Ой, а ты уже... Черный больше не нужен, да? Вроде да. А, нет, мне нужен, я рот не сделал. Иди. Кто-то вообще использует этот стикер, в Телеграме? Ну, я видела иногда в чатике. Да, но мы не поощряем мат. Но стикеры у нас такие есть. Стикеры есть, ну, потому что... Спрос есть. Спрос есть. Есть и стикеры. Главное, чтобы было не похоже на какашку. У нас похоже. Да ничего у нас не похоже на какашку. Ну все тогда. Разве какашки такие? У кого как. Ну это да, кстати. Ну никто же не обижается, что мы говорим про какашки. Нет. Ну все. Ну кто сейчас обиделся? Не знаю. Я не знаю. Если вы обиделись, напишите, что вы обиделись. На какашки. Ну да, не на нас, на какашки. Ну у меня все готово. Так, ну давай. Давай. Вот такие вот. Путевики. Ну, хорошие, по-моему. Ну, типа норм. Их сложно испортить, как будто они легко делаются. Теперь. Господи, сейчас что-то будет явно сложное. Вот только не это. Нет! Реально вот это будем делать. А вот такое чувство, что он не будет же стоять, он как будто сразу развалится, нет? Сейчас проверим. А какой, два? А, ты один, я один. Ну да, давай. Давай, ты какой будешь? Ну, вот это, наверное? Ну да, ладно, давай так. Ладно, на самом деле не так сложно, как будто сделать. Да не сложно вообще. Сложно сделать это ровно. А голубя сложно было, мне голубя кажется, сложно было. Голубь чётенький. Он у нас и получился смешным. Ну, чётенький. Блин, нет, вначале все-таки круглую шапочку сделаю. Шапочка? Нет, это... У цветка есть шапочка? Это там, где пыльца. Ты... Тычинки. Тычинка? Пестики. Тычинки? Тычинки. А что такое тычинка? Ой, все, не хочу даже знать. Хочется просто лежать и спать, как Микки Пупик. Микки Пупик, он, да, кстати, очень сладко лежит сейчас. Что-то мне прям понравилось уже лепить этого пластилина. Мне тоже нравится. Вот в первой части мне не так прям понравилось, потому что как-то... Ну, потому что я не понимал ничего. Сейчас я профессионал, леплю уже вот как. А у меня там еще на фотке... Блин, да ты сломал. А что сломал? А что ты сделал? Ну, там просто лежал. Зачем мне это надо было? Ну, я не знаю. У меня теперь сломано здесь. А что ты хочешь делать? Подожди. Точечки, что ли? Да. Зачем? Нет, а там зеленая была, я не знаю. Ну, она же некрасиво выглядит, когда приклеена просто. Ну, я не знаю, ну... Это же... Тычинки, явно. Я не знаю, что такое тычинки. Я болел, когда это в школе проходил. Так, показываем. По-моему, ну, очень вот хорошо. Так. Ну, да нет, нормально. Но у меня больше на человека похож. У меня у него руки большие какие-то, а у тебя маленькие. А у меня маленькие и толстые. Ну, и нормально. Ну, все сделать так, да, здесь что-то есть. Да, хорошо. Хороший, все. Что-то я пока его теребила, ты тоже, кстати. Да, у меня он был лучше, кстати. Да-да-да. Ты что дальше? Я уже боюсь, я не знаю, уже что может быть сложнее. Да. Сложнее? Да. Господи. Ну вот один хуже другого. Ну, это, кстати, здесь непонятно, пластилин или нет, но это не важно. Ну, это не важно. Вот он, видишь, посыпался. Ну ладно. Надо собрать теперь. А еще можно пыль собирать, наверное, вот так. Да. Блин, подожди, и что? Ой, это моя кошка. Клин! Что ты сделала с моим котом? А как вообще, я сейчас подумала. Ну, я буду делить, то есть, на части. Я вот, наверное, теперь тоже. То есть, вот, это кот, я отрываю от него голову. Да, плохо как-то он отрывается. Лапы. Сейчас. Ой-ой-ой. Вот, это будут лапы. И хвост. Все, это будет кот. Офигеть, у тебя. Расчленён. Просто как-то у тебя все. Теперь вот это мне нужно разделить. А еще ухи, А, блин. Это я сейчас как-нибудь попробую вырезать просто. Вырезать? У кота. Аксолот у меня как будто. Ну, похож, да-да-да. По той же схеме работал, как бы. Или как будто, ну, я не знаю, как это. Несчастный кот. Реально же засыхает. Да? Да. Ну, а сейчас как будто и не нужно его закрывать. Сейчас ты уже как-то. Да я вот и думаю. Поздно. Уже ладно. Ну да, что-то все, походу, черный. Так, ну я сделал. А, рыбу еще надо сделать было. Твою мать. Every fucking tira-tira. Я что сделала? У меня что-то это, видишь, не спешу больше. Надо спешить. Вот что вы думаете про моего кота? То есть, вот что с ним случилось? Как будто он очень обиделся и околел. Но вот что вот с ним не так?
У меня пока нету черных полосочек. О, у него какой-то прыщ на голове образовался. А все, убрал. А как, что? Ой! Ой. Ой, сладкий, ой, сладкий, ой, сладкий. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой, я ломаю своего кота. Давай, вот, показывай. Смотри, это твой друг. Ой, давай. Если смотреть так издалека в камере, то, в принципе, неплохо. Хорошие коты, сладенькие такие. Ти-тю-ти-тю, мяу-мяу. У тебя у нас тигренки, кстати, больше такие, ну, да, получились. Ну, такой цвет. Да. Ну, предлагаю вот. А как у них сделаны вот эти щечки, тенями, что ли, опять? Да, наверное. Ну, мы так, наверное, не знаю, будем запариваться. Щелёдкий. У тебя, наверное, вот это зелененькое. Давай зелененькое, да. А у меня бантик розовенький будет. Ну, он здесь будет без белых, это уже. Так, я так наделю на два опять? Ну, давай попытаемся. У нас маленькие такие тогда будут. Вот, ну, знали бы вы, у нас кот в столе, как бы. Да, в столе. Я не знаю, просто видно с какой-нибудь камеры. Что-то он засыхает, да, быстро? Да, но он, видимо... Потому что мы открывали один раз уже, наверное. Ну, наверное. Клюв еще вот желтый. Как ты быстро так уже, ай? А у тебя лапки будут? У меня лапок нет. А-а-а. Ну, будут, будут. Может, я еще не успел. Не успел. Так что ничего, я не быстро. А-а-а, и какой-то клюв-то большой у меня будет слишком не нужно. Да, мне кажется, у тебя просто зелененькую эту штучку проще делать, чем тебе нужно. А ты какую будешь делать? Беленькую? Бантик, наверное. А, красный. Розовый у меня он будет. Розовый. Так, уже, а лапки с чего? Стоп, у меня лапки нет. Я тоже и спросила просто. А лап... я что-то думал, еще есть будет. Ну, мне придется из другого цвета делать, без, ну, вот, да, этого. Позор, позор. Ой, прикольно. Какой классный. А давайте если попробуем тенями быстро сделать им. Ну, давай. Где, а, вот в этом ящике среди масок есть разноцветная... По... Нет, выше. Разноцветная палетка, как попугай. Я здесь возьму опять Вайкай. Вайкай, вот так. А где ты это читаешь? Вайкай? А. Ну вот, слядки. Все, готов? Раз, два, три. Ой, какие! Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Нет, нормально. Хорошие. Мне очень, наверное, больше всего, наверное, сегодня нравится. Он, да, мне какой-то прям такой хорошенький получился. Давай я лягушонка. Давай, я... Хочу. А я твою корову. Я корову. Давай. У нас и на третью часть пустелина хватит. Тогда... Ребята, если будете тоже делать что-нибудь из пластилина, обязательно скидывайте в телеграм-канал Лиск из корицы. Вот, ждем от вас там всяких зверюшек, поделочек, как сказать. Ждем от вас фоточек. Так, вот. Ой-ой-ой, да что ж такое? Непривычно, что вот он склеивается как-то иногда. Какие-то там глаза у этой лягушки тяжелые. Вот то есть у нее тяжело, как будто вот с мелкими деталями их много, и они какие-то прям такие-то... Ой, интересно, как у тебя получится нос? Хорошего получится, хорошего. А это вот типа у нее нос такой вот? Или это лицо, а это уши у него черные. А с глазами же они? Ну, а я не знаю. Так, ну давай. Давай. Раз, два, три. Ну как? Ну нормально, ну цвет у меня розовый слишком яркий, он все-таки не подходит. У нас нет просто другого. Он просто нет тогда. Можно его тенями было подкрасить. Ну да. То есть вот, вместо лица. Ну сладкий, видите какой, за пипку его. Ой, ну вот наши пипички все готовы, собственно. То есть сколько мы сделали? По 7 штук, а в прошлый раз тоже, по-моему, да? По-моему, да, тоже по 7 штук. Круто, круто, по-моему, получилось у нас. Ну, не все. Да, далеко не все, но мне больше всего мой вот этот нравится, который птичка с бантиком. Ну, во-первых, я люблю бантики. А мне из моих... Вообще-то тоже, наверное, вот этот. Птичка тоже, да. Потому что она самая, ну вот это тоже на самом деле не прям плохой. То есть пряник тоже не очень плохой. Вот, но самый, я считаю, фиговый, наверное, у меня. Короче, либо вот этот, либо вот этот. Что-то из вот этих. Они оба не очень. Но это, наверное, кошка хуже. Не знаю, мне не могу. Не, у тебя нормальные все. Голубь, я над ним старалась так. Не, нормально, у тебя все хорошие. А мне углевую голубь, попа у него смешная. А че, ну такая попа. Ну вот и все, ребята, обязательно скидывайте, если вы будете делать что-то из вот этих вот пластилинов, тоже в телеграм-канал Лиск из корицы, который называется. Там сейчас розыгрыш проходит. Вот, так что обязательно заходим туда и подписываемся. Вот, ждем от вас фоточек пластилина. Обязательно скидывайте, потому что у вас круто получается, и нам прям очень нравится смотреть, что вы скидываете. Все, ребята, всем покасики. Всем пока. Ребята, кто досмотрел до этого момента, пишите слово «голубь» в комментариях, либо же смайлики голубей, вот, потому что вот такие вот они смешные голуби. Я фокус хотел показать.
Не фартануло. Так, показываем. Фокус есть? Нет? Нет, нет. О! Вот и все. Нормально же. Ну, реально, нормально у нас все получается. А цветы, они что, все ровные, что ли, по-твоему? Да и печеньки, и голуби бывают не очень. Голуби вообще бывают самые разнообразные. Я так понимаю, мне желтый просто надо сюда кинуть, вот так, как хочешь. Чего? Нормально? Да. Ну. Я потому что, ну, как бы что не делаю. Понятно. Я делаю только, ну, все профессионально, красиво и качественно. Как вот этот цветок. Ну и голубь, собственно. Раз, два, три, четыре. Блин, вот это сейчас. Пять, вышел зайчик погулять. Да ничего. И такое бывает. Ой-ой-ой. Я сделал, а ну ты тоже, в принципе, уже. Да, практически. Тут подправки какие-то. У меня, блядь, приклеилось что-то не туда. Эх. Ну вот. Ой. Ой. Ой, сладкий. Ой, сладкий. Ой, сладкий. Ой-ой-ой-ой-ой. Какой сладкий котик. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой, я ломаю кушает своего кота. Давай кот, показывай. Смотри, это твой друг. Ой. Давай. Так, стой, стой. Сейчас. Да, вот так, наверное. Угу. Вот, и ровно посередине. А у меня прям футболка какая-то дурацкая, нет? Теперь чуть-чуть назад. Ты очень близко, да. Как будто бы так. Ну, это я так вижу. Футболка нормальная, дурацкая? Да нет, не дурацкая. Почему дурацкая? Да хуй. Вообще обычная футболка классная. И бусики, что нужно. Кстати, как такие сделать самой? Прикольно. Ладно, тогда все, начинаем.